Всем привет! Сегодня 16 июня. Проверяю маточники. Проверяю, обламываю. Так, здесь у меня я водичку ставил. Кормушка, литр наливал, кормушка пустая. Ну вот сколько. Седьмой день. Вот водичку пчелки выпили. Ну вот сейчас посмотрим, сколько тут пчелы осталось. Пчелки мало, мало. Вся послетела. Не вся. Так, ладно, сейчас рамку вытащим. Посмотрим, что у них тут. Пчелка есть. Но пчелки мало. Как я говорил, улетная пчела слетит. Так, это кормовые рамки тут все. Кормовые. Вот, куча мисочек. Ну, нормально. Матка яйцо не ложит. Мисочки. Так. Маточников не вижу свежих, чтобы были еще натянуты. Ну хотя, есть. Есть, вот один, второй, третий. Но это еще когда я подымал, вот они как раз, уже яйцо было в мисочках. Вот здесь нормально все. Сейчас матку найдем. Ну вот это вот и получился отводок на старую матку. Перга, медок. Вот тут тоже есть. Вот он маточник с молочком. Так, тут пустая рамка. Ну, тут даже можно несколько рамок и убрать. Пчела слетела. Я даже вот эту вот чернявую рамочку уберу. Так, смотрим дальше. Тут напрыг с меда. Оставим рамка. Вот, а здесь я вижу маточники. Вот, 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 запечатанные. Так, надо будет найти матку, то скажут, запечатанные маточники, вышел рой. Но рою тут лететь не с кем. Так, маточники я оставлю сейчас. Как раз у меня просили их маточники. Вот тут медовая рамка. Угу. Все, еще я сейчас, значит, матку. Нажимаю на паузу, то долго это будет. Можно матку поменять даже таким образом. Так, еле нашел матку. Вот она, матка. Видно, нет, вот она ходит. Но ни одно крылышко в сторону идет. Матка уже старенькая. Вот она. Это на крайней рамке она ходит. На... Нашел ее. Есть яйцо суточное, хорошо насеет. Там на этих с расплодом три рамочки. Вот на них она. Это вот три кормовых, три с расплодом. И это кормовая. Сократил я.
убрал, оставил 6-7 рамок, 3 убрал. Вот так, ну ничего, вот 7 рамок отлично, 3 под засев, 3 с медом, 4 с медом. Так, здесь 3 маточника. Запечатанных оставил, сейчас приедут, заберут, попросили. Тут, наверное, заставные поставлю, пускай будет центр гнезда так стоит. Вот поэтому в таком случае поднимает печатный расплод, потому что много пчелы слетело, открытый расплод надо греть, кормить, а тут пчелы мало. А печатный он сейчас повыходит, уже рамка вышла, вторая выходит там, и уже пчелка будет. Уже летная пчела тут будет, медок есть, вода есть, и они будут потихоньку развиваться. Так, ну а теперь посмотрим, что у нас в первом корпусе. Второй корпус я снял. Так, здесь же у нас магазинчик. Ага, тут пчелка. Конечно, позлей будет. Магазин ставил пустой. Ну, пока он пустой. Так. Снимаем его. Вот, а здесь пчелы полно. Можно сказать, битком. Так, ну здесь я подписывал, вот они 4 рамки с расплодом. И мы видим, куча-куча маточников, да, это уже свищевые пошли, вот они. Здесь вот, вот роевые. Вот надо их теперь обламывать. Потому что еще много открытого расплода. Но есть такой уже червяк. Почти на грани запечатывания. Так что вот так вот сейчас будем обламывать маточники. В таком случае можно обламывать тарелочку, маточное молочко собирать. Пчелы тут много, много пчелы, вся летная здесь. Да, пожалуйста, их тут куча. Куча. Ну, конечно, лучше трусить, ну. Да, вот расплода уже открытого нету, яйца нету, кое-где червячок и в основном запечатанный. Можно так, если где вот такие вот открытые, их плохо видно, маточники. Вот их целая куча. Вот, вот, вот. Это свищи потянули. Вот, главное вот это обломать, и никакой рой не улетит. Они уже будут конкретно выводить все матки. Так, а я пошел за тарелочкой. Так, ну тут показывать, что все одно и то же, вот где расплод выходит. Вот они эти все мисочки. Труху, пчелу трушу прям в улей сюда. Вот так вот, поубирал эти вот мисочки. Вот он, маточник тоже. Убираем его. И все рамки по очереди. Крутня можно обрезать, вырезать. Это не можно, а нужно. И через недельку обработать от клеща, расплод весь выйдет. Матка уже должна выйти будет, начнет сеять, и будет прекрасная здоровая семья. Ну, вот она, четвертая рамочка с расплодом, их 4 оставалось. Здесь маточников почти нету. Ну-ка, где мисочки, тоже встряхиваю.
Вот они, мисочки. Ну, они уже без яйца, расплод выходит. А вот на одной рамке оставил я маточники. Ну, сейчас покажу, какой я буду оставлять. Вот одна рамка осталась с маточниками. Ну, пчелы тут много. Ну, вот эти я буду все обламывать. Значит, оставлю вот тут пару штук. Вот тут роевые, это свищевые пошли. Здесь ващинка, сушь, вернее, светлая. На светлой суши пчелы хорошие маточники делают. Они вот встраивать как надо. Вот есть роевые. Знаю, видно, нет. Здесь я не буду оставлять, потому что здесь могли они на трутня маточник заложить. А вот эти вот мне нравятся. Вот они. Вот три штучки. Вот я их оставлю. Все, остальные все маточники я уберу. Здесь видно, что я где-то рамку подымал с этой стороны, да, и вот зацепил, поломал. Вот это вот осторожно надо. Ну и все, самое главное, если кто-то хочет оставить маточник, чтобы вышла матка, вот эту рамку трусить пчелу нельзя, где маточник. И стукать ее нельзя, аккуратненько. Пчелку сдули, маточники обломали. Вот я три штуки оставил, все. Можно делать еще контрольную осмотр, допустим, там. Ну, это уже тут тянуть им не. Теперь они будут уже воспитывать матку. Вот три штуки. Все видно. Летная пчела вся вот здесь. Теперь аккуратненько вставляю и собираю все в обратном порядке. А теперь ждем, когда выйдут матки. Вернее, матка на первом корпусе. На втором уже маточники обломал. Там матка и яйцо откладывает. Значит, все у них там хорошо. Маточник запечатанный. Через неделю будет выйдет матка. И уже там считать через 10 дней, посмотреть на засев. Есть засев, значит, молодая матка есть. Правда, свищевая. Если есть другая матка, можно маточники обломать через там 5 дней, как весь последний расплод запечатается, и подсадить другую матку. Все.